43 года его временным домом была одиночная камера. Альберт Вудфокс, последний темнокожий заключенный тюрьмы Ангола-3 в американском штате Луизиана, вышел на свободу. Почти полвека он практически не видел людей. Правила тюрьмы суровы. Час в сутки на прогулку во внутреннем дворе, остальные в квадрате 2 на 3 метра. Вудфокс считался одним из организаторов радикального движения «Черные пантеры». Проведенный им в одиночке срок стал своеобразным рекордом в США.